Так, пришла моя посылочка с Мэйлоопта. Наконец. Наклеечки, кружочки. Тут наклеечки сделаны с душой. Накладная. Картинки на водорастворимой бумажке. Куча корзиночек, упаковочек. А, це, наверное, водорастворимая. Ой, не водорастворимая, а это. Термоусадочная пленка. Вот. Це, наверное, для одиночного мылка. Корзиночки, три штучки. Так. Для маленьких наборчиков подойду. Пакетики из плотной бумаги. 10 штучек должно быть. У нас с детками тоже хотела формочка, шоколадка. Класс. И слиток золота. Ножик для нарезки мыла. Великий, по-моему, заказываю. Тут у нас три пипетки. Еще корзиночки. Взяла всех по пару штучек. Просто это для формы слиток золота. Золотой перламутр сухий. 10 грамм. Масло виноградной косточки. Срок годности на каждой бутылочке указывается. Отдушки. Значит, жвачка. Пахне сразу, как только распаковываешь посылочку, чувствуется запах. Зеленое яблоко, антикраситель гелевый. Отдушка «Плохое поведение». Дуже интересно было, чем пахнет у нас «Плохое поведение». Вот. Яблоко с корицей. Красители, шоколад, это тоже